Еще один из вариантов сокрытия своих действий – это условно называемая ширма. То есть, как работают ширмачи, мы перекрываем противнику обзор, чтобы скрыть наше основное действие. Чаще всего это в некоторых целях используется с коротким клинком. Например, первое действие – я вскидываю обе руки вверх, но пустая рука ложится на лицо, перекрывая обзор. В этот же момент вторая наносит укол. Важно! Первое, это не удар, мне главное перекрыть обзор, во-первых. Во-вторых, это не делается раз, два, нет. Это вот как мы кирку подкидывали, ровно то же самое мы делаем двумя руками. Вам. При первом воздействии я не просто касаюсь, я начинаю оказывать давление. То есть здесь действуют два принципа. Не видит, не атакует. Не восстановил равновесие, не атакует. Таким образом получается следующее. Бам-бам-бам. После чего либо разрываем дистанцию, либо его отдал. Самое простое – это прямое воздействие. Уколы так, уколы так, порезы, либо какие-то удары ножом. То же самое, если обратный хват. Спрятано, моя задача – перекрыл, разорвал дистанцию. Кроме прямого воздействия, более удобно используется, когда я захожу чуть сбоку, оказываю давление, разворачивая противника. Либо в одну сторону, либо в другую сторону. Повторяю, задача перекрыть обзор и надавить, нанося серию атак. Если оппонент, видя переднюю руку, успевает среагировать, то, скорее всего, он среагирует на пустую руку, пропуская вооруженную. То есть это может выглядеть следующим образом. Но я продолжаю давление постоянно и потом разрываю дистанцию. Это может быть с ножом, это может быть с короткой дубинкой, со слэпером, с чем угодно. Если мы говорим про пустые руки, то в уличном варианте, опять же, перекрытие с давлением серии ударов. Перекрытие серии ударов. Может быть, это не будет мощно, но этим можно будет перехватить инициативу. В профессиональном боксе это мы можем наблюдать в следующем варианте. То есть, когда боксеры двигаются, легковесы, средневесы, тяжи. У многих, если присмотритесь, вы это замечали. В какой-то момент я выкидываю джеб, перекрываю зрение и начинаю давить. Противник борется. Либо я давлю, забираю, либо в момент, когда он сбивает мою руку, происходит как бы взаимозамена. Суть осталась та же. Моя задача перекрыть обзор и оказать давление. Если он просто отступает, я заменю руку. Если он борется с моей рукой и убирает, на смену приходит другая рука. Скорее всего, это будет верхний уровень, более удобно. Пробуйте.